Молодые дубки появились на одной из улиц Владивостока. Сегодня прошла акция «Аллея памяти» в рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы». Около 75 молодых деревьев высадили вдоль депутатской аллеи на улице Русской. Участие в акции приняли активные граждане, работники налоговой и таможенной службы. С выбором места здесь на самом деле получилось довольно-таки легко, потому что здесь, в принципе, пространство, которое требует высадки деревьев. Ну и в целом это довольно-таки проходящее место. Много людей здесь проходят. Мы пришли увековечить память наших предков, которые воевали в Великой Отечественной войны. В частности, мой дед, мой дедушка. Да, наши деды. Посадили эти деревья, дубы, чтобы они долго росли и хранили память нашей истории, нашей Родины. За время работы акции высадили уже более 24 миллионов деревьев по всей стране в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.